Обучение в рамках проектов направления стратегической академической единицы «Учитель 21 века» проходит по специально разработанным образовательным программам. Созданием данных программ занимаются одни из самых лучших педагогов и психологов не только Казанского федерального университета, но и многих других зарубежных вузов. За недолгое время работы новой стратегической единицы экспериментальный запуск магистратуры нового образца по подготовке учителей уже показал свои первые результаты. Отличие этого набора в том, что помимо педагогических навыков, здесь очень активно выражен и психологический аспект преподавания, знание психотипов, умение правильно подавать материал, работать с ним и многое другое. Практически каждый магистрант, обучающийся в нашей магистратуре, обязан работать в школе. Это не только практика, и не случайно образовательный процесс у наших магистрантов в основном происходит только вечером, после того, как они отработают в школе. В проекте мультикультурной подготовки учителя принимает непосредственное участие ученый с мировым именем из США Дина Бирман, профессор отделения исследований в области образования и психологии Высшей школы образования Университета Майами США. Как утверждает директор Института психологии и образования КФУ, будущие педагоги не остались в стороне от передового международного опыта. И, кстати, к новациям университетских педагогов и психологов уже есть значительный интерес со стороны зарубежных партнеров. Я скажу лишь буквально о самых, наверное, известных. Это университеты Оксфорда, Мичигана, Аризоны, Глазго, Дублина. Мы активно работаем на постсоциалистическом пространстве с вузами Польши, Болгарии и других стран. Мы работаем с вузами на постсоветском пространстве. Это Казахстан, это Узбекистан. Начинаем работать с Киргизией. С какой целью? Дело в том, что в каждой стране имеется свой, пусть положительный, а иногда даже не положительный опыт, который мы должны знать, трансформация педагогического образования. Совсем скоро в процессе обучения студентам предстоит познакомиться с мультикультурализмом. Будущих педагогов обучат по специальной программе мультикультурной подготовки учителя, сформируют позитивное отношение к своим ученикам, учебному процессу в целом и так далее. И все это способствует повышению качества подготовки магистрантов. Уже сегодня можно говорить, что практически все они, во-первых, не только работают, но и все они будут востребованы региональной образовательной системой. На них огромный спрос лишь по одной причине, что это учителя новой формации, это учителя более высокой квалификации, нежели бакалавры, и те учителя, которые готовы работать с самыми разными категориями детей и прежде всего с талантливыми детьми. А для таких детей, как мы знаем, нужен совершенно другой педагог. Судя по полученным от российских и иностранных разработчиков этой программы данным, итоговым результатом должно стать не только профессиональное, но и личностное становление учителя. И это еще один из результатов работы проекта стратегической академической единицы «Учитель 21 века». Однако работа на этом явно не заканчивается. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.